Почему-то принято считать, что ценовой демпинг – это недобросовестная конкуренция. На деле же это просто конкурентное преимущество, которое сегодня выходит на первый план. Раз в неделю мониторим рынок, поэтому мы знаем цены по городу и также держим свою марку. Василий, среднерыночная цена за квадратный метр широкоформатной печати для потребителя порядка 250-300 рублей. А сколько у вас? Если, например, объем, чем объем больше, тем цена ниже. Чем объем меньше, тем есть минимальная цена. 185-200. Вы держите низкую планку по цене. Со второго же месяца такого демпинга вышли на прибыль с нуля, соответственно, отрабатываете на объеме. Сколько у вас новых клиентов за последние месяцы? Каждый месяц по-разному. Вот, например, лето вообще глухое было. Люди где-то были, отдыхали. Сейчас вот потихоньку начинают обращаться. Ну, скажем так, от 5, там, может, до 7 клиентов в месяц. В упаковочной полиграфии наценка, как правило, небольшая. А какая маржа в широкоформатной печати? В процентном соотношении около 50% от суммы затраты на квадратный метр. Наверное, при 40, а то и 50% наценке конкуренция за счет ценового демпинга – крайне верное решение, а совсем не недобросовестное ведение бизнеса. Тем более, что цель – сформировать клиентскую базу – достигается семимильными шагами.